такими вот перерывами. То есть Она уже больше кажется, чем была. Ты думаешь? Ну как-то она и выше. Мне что-то кажется нифига. Это ты с ней постоянно находишься. Ты хочешь сказать, что я чуть-чуть ее уже выкинул? Я чуть-чуть подрастил ее, да. Подрастил? Да. Отлично, это так называется, подрастил. Но если она подросла, то я, наверное, стоптался. Почему? Потому что вставать ночью и кормить я уже не могу. Мне уже еще... Надо спать, я в ужасе просыпаюсь. Косуль-масуль, короче, лежа. Очень многие удивляются, что косуль-масуль сама пьет у нас. Что она отказывается от соски. От соски отказывается. Всячески. И писали, что прям нужно, чтобы она сосала сосок, ну соску. Ну, что для них это прям полезно, но она не хочет. Ну, у нас... Как его сказать? Да, она же не хочет. Она вот пить научилась и теперь пьет сама. Ну, жить захочешь... Она поняла, что матери нету рядом. Надо самой как-то самостоятельно становиться. Да. Косуль-масуль поближе с ними. Так если ты намекаешь, матери нету, я типа отец, я не козел, я брат. Я брат. Вот, да. Эй, зайка, умница. Вот так вот каждые 2 часа. Может, ножки у нее длиннее стали, она как-то выше стала. Худая, конечно, капец. Они такие маленькие, хрупкие. Пробовал ей волчонку, показывал. Ну, знакомил их, думал, мало ли, какая-нибудь дружба получится. Не получилась дружба. Волчонок через сетку вот так вот сразу. Волчонка не получилась, да? Не. Я понял, что это не. Можно, конечно, щенков. И к волкам после нее, когда захожу, они вроде как не пахнут, но мне кажется, это брехня. Запах остается... Волки в ажиотаже, когда я к ним захожу. Может, уже начинает она пахнуть? Может, уже у них с определенного возраста железы появляются. Опять-таки, она пьет сама, может, она раннее взросление у нее. Да знать бы, сколько у нее возраст. Мне кажется, что возраст косули высчитывается, вот эти точечки считаешь. Потом... Часы. Да. Как божья коровка. Это часы. С одной стороны часы, а с другой стороны вот эти часы, их делишь на какое-то число, не помню какое, и вот получается возраст косули. Ну, я думаю, 5 дней. Ты думаешь? Надо посчитать, да. Не, ну... В общем, косуля у нас находится в вольере. Там тоже переживали, что без травы, но я думаю... Ну, здрасте, без травы. Да, гулять песок, там песок, ну вот. Я хотел сказать, что видите... Не возмущайтесь. Дима Сергеевич все знает, в какую траву ее лучше отвезти, где ей полезнее будет. Какую траву мы только сегодня с ней не топтали. Я же ее двигаю, чтобы она ходила. Не, допивай. Все истоптали. Но вечером травы не будет. В общем, друзья, мать лучше знает, правда? Все-таки мать. Ну, нас скорее, давай. Каплю допивай, давай. Нубийские козы молоко дают. Ну, здоровье не оставляю. Да, кстати, косулю выкармливают нубийские козы. Нубийские? Нубийские. Что такое шумит там? Машинка, что ли? Машинка стиральная. Такая машинка, она на взлет. А. Да. Полетела машинка стиральная. Ну и походить же надо, постоять. В общем, новости от косуль-масуль. Не получается ее малышкой называть пока. Косуль-масуль. Вот такие. Слушай, косуля. А назад как будет? Косуля. Яль. Не ялось. Все, зависло. Косуля. Яло. Яло. Ну. Сок. Ялосок. Ялосок? Ялосок. Ей не подходит елосок. 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 Хотя? Только елосок? Нет. Чинуешь? Ну. Нюхаешь. Косуль, не ходи, тут скользко. Косуль, масуль. Держи, скользит. Оп.
Допивай давай. Хоть и дождь, в общем, косуль-масуль, малышка, сейчас отправится в свой вольерчик, а за окном аист гуляет. В общем, дождь никого не пугает. Когда сытно в желудке, тебя любят, заботятся, дождь никого не пугает. Все, косулечка-масулечка, малышка прощается на этом. Дима Сергеевич в еще одном ролике прощается, да? Как матушка. До свидания. До свидания. Все. Отправляем козочек в их вольер. Все. Пока-пока. Проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Лесной олень к моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небо. Умчи меня туда, лесной олень. Он бежал и сильно